Первое отделение так проведем, как обычно. Единственное исключение – никогда я здесь не читал стихи, а сейчас хочу даже начать со стихотворения. Оно будет понятно, но, во-первых, я должен сначала поздравить всех с наступающим светлым всенародным праздником – Днем ракетных войск и артиллерии! Это будет завтра, и это начало контрнаступления наших войск под Сталинградом, что тоже не будем забывать. Мы здесь, многие присутствующие, заканчивали военную инженерную академию имени Дзержинского. Это вообще-то академия ракетных войск, хотя она работала на паритетах с КГБ и с ГРУ. И немало наших выпускников работают и в комитете, работала, служила. И в главном разведывательном управлении. Поэтому сегодня будут песни чередоваться, наши старые, курсантские, более новые, о ракетных войсках, о службе, так сказать, воинов, не обязательно ракетчиков, но окончивших Академию Дзержинского. Мы не все стали ракетчиками, многие из нас специалисты по вычислительной технике и так далее. И, как ни странно, флот. Будут чередоваться песни о флоте и о ракетных войсках. Почему флот? Ну, во-первых, потому что вот я лично очень люблю, и после академии, когда послужил немного и под землей, и на земле, потом попал в военный отдел «Правды». Вот спрашивали, кто? Вот я, вот тот вот Верстаков, который был и военным журналистом, и выпускником Академии Дзержинского. А первым начальником курса у нас в Академии Дзержинского – был полковник Юрий Петрович Закурдаев. А он бывший военный моряк, командир крейсера, который потом перевелся в Москву, потому что у него была квартира в правительственном доме, где вот театр эстрады, там это киноударник. Вот. Ну и он заканчивал службу там, и я считаю, что это тот человек, который из нас, из мальчишек, делал... Ну, более-менее настоящих военных, я до сих пор его вспоминаю с глубокой любовью. Ну, вот когда он к нам пришел, то любовь к морю осталась. Я помню, что если по телевизору показывают море, Юрий Петрович бросает все дела, садится около телевизора, смотрит. Вот у меня одно такое стихотворение. Ну, представьте картинку, курсантская казарма. У нас казарма была любопытная, прямо напротив Кремля, на Софийской набережной. Раньше она называлась набережная Марис Тереза. Ну вот я дежурный по батарее, то есть по курсу. Делать-то нечего, поэтому иногда посмотришь телевизор в линкомнате. А дальше все понятное стихотворение. Стихотворение называется «Начальник курса». В Москве дослуживает. Разве это горе? Ведь у него здесь и квартира, и семья. По телевизору показывают море. Вбежав к начальнику, докладываю я. И он в линкомнату, где телеящик светит, из канцелярии казарменной спешит. Спроси о чем угодно, не ответит. Служебным рвением в пути не согрешит. Садится перед голубеющим экраном и говорит: «Сержант, закройте дверь». Тогда казалось это мне смешным и странным. Святым и вечным кажется теперь. Ведь он командовал большими кораблями, ходил и в южных, и в арктических морях. Сияние севера росли над ним, как пламя, и южный крест дрожал на вечных якорях. О, этот сладкий запах стали, краски, соли, перемежающийся вдруг пороховым. О, эта боль, вдруг оказавшись на приколе, ржаветь и доживать полуживым. Ну вот кончается картинка на экране. Начальник говорит: «Переключай». И благодарно, словно я помог в тумане, меня за плечи обнимает невзначай. А дальше постараюсь с минимальными комментариями петь поочередно в
первом отделении флотские и ракетские песни. Работай, Саш, да? Гитару-то? Нет? Должна бы работать. Сейчас попробую. Работает. Песня о флоте. А что такое флот? Воспоминание детства, когда с подругой вы на лодке в первый раз. Воды небес и глаз, опасное соседство. Ведь что такое флот, когда не любят нас? А что такое флот? Бессонная работа, арктические льды и черноморский зной, соленая вода, соль молодого пота. Ведь что такое флот, когда он не родной? А что такое флот? Однажды у причала увидеть, как во сне, знакомые борта, и службу, и любовь, и жизнь начать сначала. Ведь что такое флот, когда он не мечта? А что такое флот? Бессмертие и слава, славянские ладьи и наши крейсера. Ведь что такое флот? Последний щит державы, последняя любовь, прощальная ура. Ведь что такое флот? Последний щит державы, последняя любовь, прощальная ура. Напоминаю, БРК – это боевой ракетный комплекс, ЗИП – запасные инструменты и приборы. Мой дом – ракетные войска, я родился на БРК, но головная часть моя была без ЗИПа. И я валяю дурака, люблю и пьянствую пока, люблю до одури и пьянствую до хрипа. Шинель повыцвела уже, я на последнем рубеже, но есть гитара и вырванные зубы. Ведь я за мир стою в душе, ведь мне Даяны и Маше, и даже Мао одинаковы сугубо. Но я защитник и оплот, меня ведь партия ведет, и говорят, что я давно един с народом. Конечно, пью. А кто не пьет? Ракета знаешь, сколько жрет? А ничего, летит во всякую погоду. Конечно, пью. А кто не пьет? Ракета знаешь, сколько жрет? А ничего, летит во всякую погоду. Мой дом – ракетные войска, я родился на БРК, но головная часть моя была без ЗИПа. И я валяю дурака, люблю и пьянствую пока, люблю до одури и пьянствую до хрипа. Песня называется «Русское море». Так в давние времена было одно из названий Черного моря. И где-то, по-моему, в 95-м году мы отмечали 75 лет, как оттуда ушли, ну, белая армия или как угодно. В общем, ушли последние корабли после гражданской войны. И мы прошли этим путем частично хотя бы там. Это я, коммунист, советский полковник. Но это общая трагедия. И как раз в те годы нам, советским военным, пришлось пережить почти то же самое. Поэтому я и написал вот такую песню. Нам опять уходить в наше русское море,
из неправой страны, что отчизной была, нам опять поднимать в одиноком просторе, на грудстеньках не сдавшиеся в импелам. Нам опять вспоминать скалы русского Крыма, Севастополь сгореет и Малахов курган. Нам опять объяснять то, что необъяснимо, и сквозь слезы глядеть в мировой океан. Вот когда мы поймем наших прадедов горе, спорить с волей Божьей, и мы не смогли, раз три четверти века по русскому морю из России уходят ее корабли. Нам опять уходить в наше русское море. Одна из наших казарм в курсантское время, уже более-менее такая свободная, где мы могли в город выходить, была на Садовом кольце, на Садово-Спасской улице. Оттуда до нашей академии на китайский проезд ходил автобус 98-й. Песня называется «Автобус 98-й». Мечты обязательно сбудутся, но вечно прибудет со мной Садовая Спасская улица, автобус 98-й, пивные ларьки в окружении, и через дорогу Продмах. Войдите в мое положение, пропить все и жить натощак. Я выучусь, стану ракетчиком, женюсь, воспитаю ребят. Над жизнью своей искалеченной расплачусь я вдруг не впопад. Жена удивленно нахмурится, я выпью и снова со мной. Садовая Спасская улица, автобус 98-й. Мы люди по-своему дошлые, советские экс-юнкера. Да здравствует светлое прошлое, туманному завтра ура! Претерпится жизнь и прелюбится, жаль, юность порвется струной. Прости меня, Спасская улица, автобус 98-й. Садовая Спасская улица, автобус 98-й. Песня называется «Полярный круг». На улице тихой в далекие дни скупые вечерние светят огни, и счастье скользит из неверящих рук, не любит, уходит единственный друг. Лишь в небе чуть виден спасательный круг. Полярный, полярный, спасательный круг. Года исцелили, судьба сберегла, военная служба в поход увела, где вряд ли б ты выжил от огненных мук, от близких разрывов и вечных разлук. Когда б не полярный, спасательный круг. Полярный, полярный, спасательный круг.
Опять над тобою темны небеса, чужие кричат и грозят голоса, берут на обман и берут на испуг. В безверии сердце слабеет, но вдруг бросает Россия в спасательный круг. Полярный, полярный спасательный круг. С трудом вспоминаешь влюбленность свою, устал удивляться, что выжил в бою, и сердце уже одолело недуг. Так значит теперь твоя очередь, друг, бросать для державы спасательный круг. Полярный, полярный спасательный круг. Полярный, полярный спасательный круг. Наташ, тебе там удобно? Еще одна песня про наши казармы. Мечты обязательно сбудутся, но... А нет, это уже пел, подожди, стой. Это вот что значит, это... Очки забыл, сейчас это самое. Сейчас. Нам опять уходить так. А, во. Я ее раньше спел, чем она записана. Но не ошибся, потому что действительно песня про наши казармы. На Садовой, на Марис Тореза, это набережная, которая потом стала Софийской набережной, удивляясь на самих себя, редкий день мы выглядели трезво, алкогольный ужас возлюбя, курим, пьем и усмехаясь криво, рассуждаем, что такое мир. Жизнь понять поможет только пиво, да советская Честерфилд Памир. Говорим о будущем и прошлом, не имея нынешнего дня, только в поведении нехорошем нас не надо очень обвинять. Мы вообще-то за любовь и нежность знаем толк в театрах и стихах, только вместо идеалов прежних в наших душах нынче суета. Говорят, по своему влечению мы пришли в секретные пока, раз такого в общем назначения, раз такие в сущности войска, Бог простит нам наши заблуждения на земле, а может вне земли. А пока есть женские колени, водка, вино, пиво, жигули. А пока есть женские колени, водка, вино, пиво, жигули. Ну, у меня сегодня будет несколько песен о флоте, но связанные с Севастополем. Это мой любимый город, и, честно говоря, вот сейчас бы я не знаю, что было бы со мной, если бы Севастополь бы не возвратился. Вот. Но в Севастополе было разное, в том числе и военные, и любовные приключения. Вот одно я, так сказать, описал в песне. Ну, не одно, но вам сейчас пою. Называется песня «Русалка». Но там есть некоторое преувеличение, хвоста у нее не было, а все остальное правда.
Белый парус в черном море над зеленою водой. То ли счастье, то ли горе мне с такою молодой. Черноморская русалка, даже губы солоны, с нею шатка мне и валка, на волне и без волны. У нее коса по бедра, у нее высокий рост, у нее красивый, твердый, но немного длинный хвост. У нее глаза, как море, и как солнце чешуя, то ли счастье, то ли горе, что она почти моя. Парус рвется, словно тополь, мачта гнется, как крыло, в легендарный Севастополь нашу яхту занесло. Пристань графскую свалили, стенку минную снесли, брик Меркурий утопили и другие корабли. А потом гуляли чинно по большой-большой морской, и при кортиках мужчины вслед глядели ей с тоской. Черноморской, наверное, говорили, не таясь, ах, какие нужны нервы, чтобы иметь такую связь. Ах, какие нужны нервы, чтобы иметь такую связь. Белый парус в черном море над зеленою водой, то ли счастье, то ли горе мне с такою молодой. Черноморская русалка, даже губы солоны, с нею шатка мне и валка на волне, и без волны. Я же чередую флотские и ракетки. Забыл, да. Вот есть такое странное место, у которого очень много названий. Одно из них – там станция Тюратам, поселок Байконур Кызыл-Ордынской области Казахстана. Второй или третий, точно не помню. Научно-испытательный полигон Министерства обороны. Город Ленинск. А все это одно и то же – это космодром. И вот в курсантские годы нам приходилось сюда ездить и там служить, и работать. Вот об этом песня. Вновь колеса, колеса и казенный дом. Но монетку подбросим, падает орлом. Значит, путь далек лежит нам на восток. Снова путь далек лежит нам на восток, где верблюды, верблюды, корабли пустынь, где казахские юрты, чахлые кусты, где придут стада в город Кызыл-Орда, где придут стада в город Кызыл-Орда. Вновь рассветы, закаты незнакомые, где мы просто солдаты, парни скромные, где нам вслед вздохнул город Сексаул, где нам вслед вздохнул. Это прямо перед Тюратамом остановка. Город Сексаул. Вновь беседы о жизни, и коль долг велит, мы послужим отчизне на краю земли. Не поленимся пить мы в Ленинске, не поленимся, братцы, в Ленинске. Про флот. Вот когда я после недолгой службы, после Академии Дзержинского в разных войсках, попал почему-то в «Правду», военный отдел «Правды», а мы тогда как бы оставались военными, но служили журналистами.
И уже доводилось походить, моряки не любят слово поплавать, там, походить на и надводных, и на подводных кораблях, там, полетать над океанами, там, на всякой морской авиации. И уже думаешь, ну уж немножко-то я знаю флот там. И я с дуру написал сценарий художественного фильма, даже помню название «Адмирал». Слава богу, фильм этот не поставили, потому что сценарий был чудовищный. Вот сейчас какие-то черняки остались, я смеюсь и плачу. Вот. Но несколько песен, которые, я думаю, может, войдут в фильм, они остались. И песни-то, я думаю, неплохие. Вот одну из них я спою. Называется она «Океан голубой». Но ее главный смысл легко понятный. Это то, что человеческая кровь и океанская вода, она по химическому составу, они очень похожи. Хоть переливай. Океан голубой, кровь людская красна, в берег плещет прибой, в сердце плещет волна. Но и в шторм роковой, и в осеннюю тишь, океан, ты живой, сердце, ты не молчишь. В голубой глубине и в аорте моих спокойно вдвойне, кровь одна на двоих. Ведь твоя солона и моя солона, и бессонна одна, и другой не до сна. Ты судьбою мне дан, ты меня призови. Мировой океан, старший брат по крови. Будут волны греметь, будет шторм бушевать. Надо сметь над судьбою вставать. И бросаться в шторма, и бросаться в весну. Жизнь рассудит сама, кто наверх, кто ко дну. Даже если на дно, не рыдая обо мне, кровь моя все равно в океанской волне. Значит, будет прибой моим сердцем стучать, будут волны с тобой моим вздохом молчать. И бессмертный мой брат сохранит навсегда мой негаснущий взгляд, твое первое «да». Океан голубой. Первая песня протеста против ракетно-ядерной войны. Сегодня будет еще и вторая. Мы собрались на пельмени. Мозговой армейский трест. Еще раз начну, потому что хочу пояснить. Там упоминается слово «триада». Триада – это не мафия, как тоже есть где-то там. А это имеется в виду триада ядерных сил. Это авиация, которая может нести ядерные заряды, бомбы, ракеты. Это наземные там неподвижные шахтные и подвижные мобильные пусковые комплексы. И это подводные лодки с ракетами. Да? Вот триада упоминается. Песня о том, как против этой триады можно бороться. Вот. Мы собрались на пельмени. Мозговой армейский трест. Эни-бени, рест. Все разведчики из Интер повскакали с мест. Что решим? Твинтер, жест. А с Лубянки едут танки. Эни-бени, фыр. Вы, мол, тише, чтоб в загранке думали про мир. Вот мы сели, выпили в присест. Эни-бени, окосели твинтер-финтер жест. Мы сейчас еще по разу, эни-бени, ух. И крылатые заразы, твинтер-финтер-бух. А потом без всяких лекций чуть добавим, чтоб их мобильные МЭКСы, эни-бени, стоп. Ну, а трайденты подлодки, твинтер-финтер-буль, мы заманим русской водкой на мель в Ливерпуль. Вот они и без триады, и не бенимен, а у нас вином порядок и пивко в уме. И с горючей этой смесью твинтер-финтер-мань мы в Нью-Йорк, мол, выпьем вместе, хватит воевать. Вот как можно, эй, не бени, вывести мир из тьмы. И если сядут за пельмени светлые умы.
вот песню, которую немножечко там уже вы слышали на разминке, там, когда мы настраивали аппаратуру. Но я ее очень редко пою до конца, потому что это наполовину моя песня, а я пою только свое. Но в этой песне моя музыка, и вообще-то я не сочиняю музыку, я сочиняю какие-то легкие мелодии, которые помогают разобраться в словах, которые я вам рассказываю. А здесь, я считаю, все-таки получилась мелодия. Мелодия на стихи Киплинга «Мандалей». В других переводах это звучит «Мандалай». Но мне больше нравится перевод Елизаветы Полонской, и она немножко повольничала, она назвала это «Мандалей». Итак, стихи Киплинга, а музыка моя. Возле пагоды у моря на восточной стороне знаю, девочка из Бирмы вспоминает обо мне. И поют ей колокольцы в роще пальмовых ветвей. Возвращайся, чужестранец, возвращайся в Мандалей. Возвращайся в Мандалей, где стоянка кораблей. Видишь, шлепают колеса из Рангуна в Мандалей. О, дорога в Мандалей, где летает рыба к стаям, и заря, как гром, приходит через море из Китая. В волосах убор зеленый, в желтой юбочке она в честь самой царицы Тиболсу пиалот названа. Принесла цветы, я вижу, истукану своему расточает поцелуи христианские ему. Истукан тот божество, главный Будда звать его. Тут ее поцеловал я, не спросившись никого, на дороге в Мандалей. А когда над полем риса меркло солнце, стлалась мгла, мне она под звуки банджо песню тихую плела. На плечо клала мне руки, и щека к щеке тогда мы смотрели, как ныряют и вздымаются суда, как чудовища в морях, на скрипучих якорях, в час, когда кругом молчание и слова наводят страх, на дороге в Мандалей. Это было и минуло, не вернуть опять тех дней. И не ходят амнибусы мимо банка в Мандалей. В мрачном Лондоне узнал я поговорку моряков. Кто услышал зов с востока, вечно помнит этот зов. Помнит пряный дух цветов, шелест пальмовых листов. Помнит пальмы, помнит солнце, перезвон колокольцов на дороге в Мандалей. Я устал взбивать подошвы о булыжник мостовых, и английский мелкий дождик сеет дрожь в костях моих. Пусть гуляю я по Стрэнду с целой дюжиной девиц, мне противны их замашки и румянец грубых лиц. Про любовь они лопочут, но они не нужны мне. Знаю девочку милее в дальней солнечной стране, на дороге в Мандалей. От Суэца брать к востоку, где зверей запутан след, где ни заповедей нету, ни на жизнь запретов нет. Чуть
запели колокольцы. Так хотелось быть и мне возле пагоды у моря на восточной стороне, на дороге в Мандалей, где стоянка кораблей. Бросишь все свои заботы, кинув якорь в Мандалей, о, дорога в Мандалей, где летает рыбок стая, и заря, как гром, приходит через море из Китая. Такая бытовая картинка из курсантской жизни. Одно поясню, у нас был начальник факультета генерал Столяренко. Судя по фамилии, Хохол, да? Но почему-то он говорил на «о», «окой» немножечко. Был пойман вечером, а днем у генерала был прием. И генерал кричал: «Я так и знал! Я накажу вас, а пока я отправляю вас в войска. Вы служите, мы вас подождем». Прошло еще 4 дня, и снова вызвали меня. И генерал кричал: «Нехорошо! Сегодня ночью вы опять ушли по городу гулять. Вас офицер в казарме не нашел». Я 30 лет, да и полет, служил, забыв про белый свет. Зато хош и дурак, но генерал тупой до слез. Я службу нес, а вы, я рапортом донес, что вовсе к вам доверие потерял. Я вышел злой, без всяких мер, но курсовой мой офицер тот час себя поставил мне в пример. Он, иди, коль разрешения нет, не бегал даже в туалет, хоть был готов, как юный пионер. И через час от этих слов я снова был совсем готов, и через черный ход я в самоход. За 20 бед один ответ, Виат Дзержинского привет, взаимно согласимся на развод. И надо сказать, что я подал на развод. Я подал рапорт, заявление, там это самое. Но мотивируя тем, что я хочу заниматься литературой, писать стихи, пойти в Литинститут. И меня вызвал другой наш генерал, умный, начальник политического отдела. Там был такой генерал Решетов. Я к нему вошел, там докладываю, там младший сержант такой-то по вашему приказанию прибыл. Он мне первое слово сказал: «Витя, ты дурак». Но я обиделся, говорю: «Товарищ генерал, а почему он дурак?» Он говорит: «Дурак, и все». Вот. Начали выяснять, он говорит, главная его мысль, говорит: «Да у нас пока еще, он, я помню, что он говорил, пока еще сильная армия, богатое государство, но выучат тебя там, да, станешь ты офицером, и делай ты, что хочешь». Я ушел от него и задумался, и остался в академии. Вот. Бывает умный генерал, да. Грустная песня о Севастополе. Я уже сказал несколько слов, но вот если кто-то там не был или был один раз, вы не поймете, какая это была тоска и боль. Даже еще в советские времена, я помню, туда я ездил, да, и как-то так странно какие-то от правды там дела решаешь, заходишь в горком, городской комитет Коммунистической партии Украины. Ну при чем здесь Украина там еще? Или там надписи украинские. Ну ладно, это все было как шутки сейчас, знаете, можно было посмеяться, поулыбаться. А потом все стало хуже, хуже. А потом, когда уже и в России начался бардак, а там что было? И все, как это все пришло в такую мерзость, запустение. И все везде эти болтаются флаги, которые, может, и неплохие флаги, но они там неуместные. Да.
И как-то все это было плохо. И вот у меня было много грустных песен про Севастополь. Мне, с одной стороны, стыдно, как бы их сейчас спеть. Сейчас что-то изменилось, да? А с другой стороны, я думаю, они, может, тоже как-то что-то сработали в свое время. Потому что их... и я пел в Севастополе, и не я пел. И ансамбли некоторые пели мои песни. Вот называется «Останься в живых, Севастополь». Да, ну, значит, мы еще и тогда на что-то надеялись. Под Графскою пристанью шепот глубокой зеленой воды. Еще далеко Севастополь до нашей последней беды. Еще инкерманские тропы полынью не все заросли. Еще ты стоишь, Севастополь, на краешке русской земли. Еще инкерманские тропы полынью не все заросли. Еще ты стоишь, Севастополь, на краешке русской земли. Над Азией и над Европой холодные льются дожди. Останься со мной, Севастополь, пожалуйста, не уходи. Пусть слышен отчаянный ропот листвы на осеннем ветру. Останься в живых, Севастополь, иначе я тоже умру. Пусть слышен отчаянный ропот листвы на осеннем ветру. Останься в живых, Севастополь, иначе я тоже умру. Вторая песня протеста против ракетной ядерной войны. Встречаю Новый год у телевизора, где женщина танцует в парике, пока моя ракетная дивизия еще не переходит в ПВБГ, повышенную боевую готовность. А перейдет и все вокруг изменится, окончится бравурный перепляс, и женщина красивая оденется в красивый номерной противогаз. Я телек унесу в бомбоубежище, я сяду возле черной кнопки пуск. Изделие надежное и нежное в Америку отправит срочный груз. И в этой вот дуэльной ситуации, покуда не дошел ответный залп, я на экране радиолокации увижу танцевальный телезал. Танцуют минитмены и титанчики, сержант Поларис, Атлас, Посейдон. В Америку звоню, здорово, мальчики, физкульт, привет, звучит в ларингофон. Я спрашиваю, как изображенница. All right, ушки в ответ, and что у вас? Изделия находятся в движении, and мы пустили весь боезапас. А я кричу, какую вижу женщину. Они кричат, не слышим, повтори. Телеэкран до черточки уменьшенный, со мною синим пламенем горит. Встречайте Новый год у телевизора, вам женщина станцует в парике. Но знайте, что ракетная дивизия готова к переходу в ПВБГ. Перейдет и все вокруг изменится, окончится бравурный перепляс, и женщина красивая оденется в красивый номерной противогаз.
одна из частей Крыма называется Гераклейский полуостров. Это местность недалеко от Севастополя. Характерно она тем, что там в основном высокие обрывистые берега, и далеко с них видно. Вот у меня есть такая песня, называется «Гераклейский романс». Гераклейского полуострова дали-дальние нам видны. Крейсера плывут, тянут острые треугольные буруны. А дымы из труб желто-серые, а касание губ, как ожог. Я влюблен в нее или верую, что влюблен в нее видит Бог. Ничего у нас не получится, сверхотчаянных скаленных встреч. Будет мучить других и мучиться, буду фото ее беречь. С полуострова Гераклейского, где кончается Красный Крым, я вернусь в Москву иудейскую рейсом номер 602. А в Москве уже окна вынее, и не видеть мне наяву скалы белые, море синее, Гераклейскую трынь-траву. Скалы белые, море синее, Гераклейскую трынь-траву. Почему-то, ну, видимо, это во всяком мужском коллективе. У нас в академии в курсантские времена у многих были прозвища. Вот я сейчас хочу спеть песню о Бонифации. Бонифация, естественно, это не курсант, а это прозвище курсанта. Это Валера Сенькин, к сожалению, его уже нет и не будет среди нас. Вот. А у других вот самые странные прозвища. Например, Сундук. Ну, не потому, что он дурак, значит, тот самый, да, а потому, что он был похож на доктора наук Сундукова из фильма «3 плюс 2», может, кто-то помнит там, который, да. У другого было прозвище «Образ». Почему «Образ»? Непонятно. Да. У меня было одно время прозвище «Вахмурка». Почему «Вахмурка»? Непонятно. Ну, это, правда, из мультфильма что-то такое. Итак, песня о Бонифации. «Наш общий друг по кличке Бонифаций пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам 17, свалять несложно в жизни дурака. Он не хотел командовать и строить, боеготовность не желал крепить. Искал друзей, чтобы было ровно трое, потом искали, где б ее купить. Но закален в сражениях картежных, он мог не спать 3 ночи и 3 дня. Немало баб в любви неосторожных чуть и не сгорели от его огня. В РВСН такая дисциплина, любому впору ноги протянуть. А в голове то Оленьки, то Нины, пить или не пить, ударить или поснуть. А ну ударь, а ну-ка вдарь, попробуй, а да матерись машинным языком. Гори огнем и служба, и учеба, мы с Бонькой здесь, а третьего найдем. Наш общий друг по кличке Бонифаций пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам 17, свалять несложно в жизни дурака.
Еще одна песня из, слава богу, несостоявшегося фильма. Она называется «Чайки». Отчий берег давно разглядеть не надеясь, мы на чаек последних тревожно глядим. Может, это любимые в перья оделись, далеко возвращаться до берега им. В дальнем море декабрь раскаленнее июля, свежий ветер повеял в полуденный час. Может, это любимые дома вздохнули, и дыхание их долетело до нас. Как трудна тишина перед завтрашним боем, но акустик включает в трансляцию звук. Может, это любимые вышли к прибою, и волна донесла их сердец перестук. Запылал горизонт, сняты бронезадвижки, сталь со сталью сошлась, нам нельзя отвернуть. Может, наши любимые нашим мальчишкам про отцовский нелегкий поведают путь. Может, наши любимые нашим мальчишкам про отцовский нелегкий поведают путь. Песня про непонятно какие войска. Вот для меня самого непонятно. Я ее написал после 93 года. Почему-то думал, что пишу про войска ПВО. Потом казалось, что вроде не про ПВО. Потом думал, а может, это ракетные войска. Потом непонятно. В общем, называется... Да никак не называется. «Святая русская держава» называется. Святая русская держава в кровавый дым погружена, ее поруганная слава земному взгляду не видна. Исполосованы знамена, но над изменой и враньем войска небесной обороны еще глядят за гаем. Дом Богородицы, Россия, твои поля и города враждебной отданы силе горят от боли и стыда. Полки, бригады, батальоны отгородились от своих. Войска небесной обороны одни за мертвых и живых. И по невидимому следу, не преклоняя головы, святые ратники победы сойдут из вольной синевы, и беззаконные законы не одолеют Русь, пока над нею держат оборону ее последние войска. Над Русью держат оборону ее небесные войска. Еще одна песня «Севастополь» такого цикла.
Называется «Королева Красного Крыма». Она достаточно документальна, я в ней ничего не соврал. А кто, может быть, знает Севастополь, он даже поймет маршрут нашего похода. Театр драматический – это театр Луначарского. Гостиница с колоннами – это гостиница «Севастополь», где обычно пьянствуют моряки. Бульвар Приморский – понятно. И дальше «Графская пристань». Я поясню потом, почему эту песню пою. Ну, в общем, песня неплохая. С такой красивой женщиной давненько не ходил, от страсти переменчивой речей не говорил. Под зонтиком единственным, под проливным дождем, с красивою, с таинственной по городу идем. В театре драматическом спектакль про любовь. О, как она скептически приподнимает бровь. Гостиница с колоннами, там ресторан и бар. Какая непреклонная, ступаем на бульвар. Меж фонарей погашенных беседки хороши. Ей что, она бесстрашная до глубины души. Она такая строгая, нельзя поцеловать. Идет своей дорогою у моря побывать. За темнотой таинственной на рейде невредим. Забыл ее красивую, неверный Красный Крым. С такой красивой женщиной давненько не ходил, о страсти переменчивой речей не говорил. Но еще эту песню спел, вот когда вот так готовил примерную программу на сегодня. Странная перекличка. Я хотел спеть курсантскую песню «Ейный папа, говорят, генерал». Я ее сейчас спою. Просто потом подумал, что вот какое совпадение. Значит, это с такой красивой женщиной давненько не ходил. Там была девушка Ира, а у нее был папа-адмирал. Значит, в песне, которую я написал лет за 20 до этого, была девочка Ира, а у нее папа-генерал. Совпадение такое, да. А еще вот эта Ира из Севастополя, когда я провожал в очередной, в последний раз до ее адмиральского дома, а есть и такой там адмиральский дом в Севастополе, она в подъезде мне сказала: а все-таки со своей музой так обращаться нельзя. Да, и потом она, значит, вышла замуж за какого-то американского профессора, который приехал читать лекцию в их институт. Представляете? И сейчас живет в Америке. Может, услышит нас, да? Итак, ейный папа, говорят, генерал. Ейный папа, говорят, генерал. А когда я к ней пришел, то не знал. Выпил я бутыль муската и пошел ругаться матом. Но стоит в дверях отец генерал. Молодой, он говорит, человек, позабудьте мою дочь вы навек. Чтобы с нынешней недели вы встречаться с ей не смели, уходите, молодой человек. У Иринки заблестели глаза, и по щечке побежала слеза. И она сказала: что же, если он идет, я тоже. Мы уйдем, никто не против, все за. Да, и она сказала: что же, если он уйдет, я тоже. Мы уйдем, никто не против, все за. Дверь захлопнулась, мы вышли гулять. И сказал я: что ж ты делаешь, Ира? Мне ведь папа был твой нужен, чтоб подняться вверх по службе. Кто ж теперь меня начнет продвигать? И когда мы с ней вернулись домой, мне сказали: человек молодой,
Вы дослужитесь до чина, позабудьте лишь Ирину. И с тех пор я снова стал холостой. Но Людкин папа, говорят, генерал. Итак.